Еще только предстоит по праву надеть эту благородную форму – белый халат врача. Бывшие студенты, в будущем хирурги, стоматологи, педиатры и терапевты попрощались с «Альма-Матер». В МТЛ-арену в четвертый раз прошел большой выпускной бал Самарского государственного медицинского университета. 900 выпускников вуза торжественно приняли клятву Гиппократа. Получая высокое звание врача! Позади у молодых специалистов 50 сложнейших экзаменов, учебы на двух языках и десятки часов практики. Наставники отпускают их в большую жизнь с особыми чувствами. И я хочу с гордостью сказать, что вот подготовить вас качественно, конечно, помогли. Но то, что у нас есть свои клиники, то, что у нас прекрасный преподаватель, вы видели, 200 профессоров, докторов наук и почти 500 кандидатов наук, это громадный коллектив. Остепененность у нас 88%, это одна из самых высоких остепененностей в Российской Федерации. Но и взаимодействие с практическим здравоохранением, оно на очень высоком, на очень хорошем уровне. У нас 21 лечебное учреждение в области статус клинических имеет. Лучшие из лучших заветный красный диплом получили из рук ректора. Отдельно наградили студентов за вклад в популяризацию здорового образа жизни. Впереди первые шаги в карьере. Я оставляю право за каждым выпускником обратиться напрямую в Министерство здравоохранения Самарской области к министру, высказать свои пожелания по дальнейшему трудоустройству, и мы постараемся удовлетворить ваши пожелания. Потому что кадровый вопрос на сегодняшний день в здравоохранении наиболее важен. И мы будем бороться не только за каждую жизнь наших пациентов, но и за каждого врача, для того, чтобы он продолжал работать в стенах наших лечебных учреждений. В 2019 году СамГМУ исполнилось 100 лет. За это время обучение в нем прошли свыше 80 тысяч человек. Выпускники вуза работают не только в Самаре, но и во всех уголках России и мира.